Вот у нас выпал снег. Жена решила испытать дорогу. Не успел, пока машину чистила. Снег очень тяжелый, плюс 3 на улице. Горку первую поднялась, хорошо. Итак, всем привет, с вами канал Фоторянин выходного дня. Сегодня всю ночь шел снег. Есть опасения, что можно не выехать с хутора. И вот жена поехал он на испытание дороги. Думаю, нормально будет. Так. Обратно, значит, все хорошо. Сегодня полная противоположность погоды вчерашней. Пасмурно, значит, доехала до большой дороги. Вот как эту горку сейчас одолеем свою нашу. Разгона идет. Сейчас спросим ощущения дороги. Ну как ощущения? Нормально. Нормально? Да. Думалось хуже. Да? Я ничего, даже не кинула ни разу. Нормально. Отлично. Нормально. Еще днем прижмет его. Даже в пятницу мне хуже ехалось. Как-то он так забивал протектор. Ничего. Хорошо. Эксперт сказал, все отлично. Значит, я выйду тоже, ну, да? Ну, еще не что хорошо для Audi. Тут не совсем хорошо для Шарана, да? Ну так, мягко говоря. Ну да. Не-не, нормально. Я думаю, что. Причем задуто не в тех местах, про которые мы думали. Топится печечка с утра. Как все поняли, у нас в гостях опять Алексей. А если в гостях Алексей, значит, у нас опять дрова. Разводим бензин. С маслом еще лезть смело. Не, смогу что. Алексей, в кадр, пожалуйста. Итак, всем привет. С вами канал Хуторянин выходного дня. Идем за дровами с Алексеем. Как обычно. Поехали. Как обычно, да. Поехали. Вот у нас тут было, завалило ураганом елку. Верхушку я уже забрал на столбики. А сейчас еще Алексей решил, что мы тоже ее обрежем. И тоже из нее получится столбики.
взял. Здесь у нас вытекает ручеек из болота. Течет? Бобер, бобер. Тут ставили капканы охотники на них, на бобра. Сюда пойдем? Да, да. Тут можно подъехать везде на мотоблоке. А вот там вот, ну, левее. Ты прям, не правее сейчас. Правее. Режь, режь, пока режь. All right.
Ну вот, одна кучка. Там еще где-то вдалеке вторая кучка. Короче, Алексей меня сегодня замахал. Замучил меня сегодня. Сегодня буду спать как младенец. А, там елка мы еще. Там еще было. А, ну да, там было что-то еще. Елка и что-то еще. Парочку. Да, сопоставим. Возвращаемся. Возвращаемся. Муравейки раз. Да, да, по полной. По полному лицу. Как-то что-то тут летало, ездил туда-сюда. Потом я что-то вечером делал, прибегает. Пойдем. Пойдем. Прямо на поле. Прямо на поле. Ведро муравейков. Вот здесь прямо вот, ну, вдоль березок. Такие красавцы все были. Надо далеко. Здесь я оставил березок. Красиво, да. Уже с скворечниками начинают разваливать. Уже. Ой, не помню, сколько им уже лет. Один этаж, двухэтажный есть. Он. Извращался. Да я уже не выдержал, говорю Алексею, стоп! А я слышу посторонний звук какой-то, помимо пилы. Говорю Алексею, Алексей, выключи пилу, пожалуйста. Да, трактор. Ну вот, поработали мы с Алексеем пару часиков в лесу. Надо сказать, что после работы мне пришлось полностью переодеться, поскольку я был насквозь мокрый, поскольку Алексей, он... Когда работает, у него нет перекуров, у него глаза горят, пила практически не выключается, не глохнет. Поэтому, конечно, уже у нас чувствуется разница в возрасте. За Алексеем уже мне не угнаться, надо это признать. С вами был канал Хуторянин выходного дня. Всем пока, до новых встреч. Заготавливайте дрова.